Слава Украине! Привет всем! От Полонского и кота, который кошка. Да, вот. Она проверяет, что я буду говорить. Да, а у нас сегодня будет наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Можно даже воспользоваться микрофоном, чтобы их озвучить. Да. Так вот, друзья мои, где, что и как получалось. Значит, смотрите. Прежде всего, расисты перешли в контратаку в Луганской области. Пытаются там достичь каких-то результатов. Но я вам сразу скажу: значит, чего они достигли? Они сбили, по-моему, три наших опорника в одном месте. Ну, зах захватили, ну, я не знаю, может, 200 метров. Где-то так. Ну, вот такое вот продвижение. То есть, это в серой зоне все. Положили массу техники, массу личного состава. На этом все. Потом остановили их, насколько я знаю, и в Луганской области, каких-то других, у них. Успехов не было. То есть, это был такой вот один небольшой частичный успех. Назовем так, и, собственно, на этом все. По Луганской все. Донецкая область. Наши продолжают ликвидацию Российского состава вроде Курдюмовки. И за Клещеевкой, за Андреевкой то же самое. Они туда бросили просто море людей со своей стороны. Ну, а наши их стирают в порошок, собственно говоря, вот, вот как-то так. Имели наш успех в районе Полога, это уже Запорожская область. Ну, Мася, ты будешь вместо меня говорить? Да, собственно говоря, пока что все. Рашисты также пытались атаковать в Маринке, и насколько я знаю, захватили там сарай. Но это не точно. Все, вроде бы никаких особых других не было моментов. То есть, если брать глобально, наши сейчас стирают в порошок тот лишний, скажем так, состав, который расисты бросили в мясорубку за последние вот, две недели, пытаясь как-то остановить наше наступление. При этом они не жалеют, я же говорю, ни лишний состав, ни технику. И, собственно говоря, ну вот как-то так. Значит, следующее. Давайте посмотрим по количеству потерь. 580 вооруженных путинских боевиков было уничтожено. Общее количество с начала российско фашистского вторжения 282 тысячи 280 огромные цифры Путина они совершенно судя по всему не смущают видимо он и планировал столько утилизировать может больше мне трудно сказать дальше по танкам вот эта Луганская область дает им сейчас да дает им сейчас знать 21 танк за вчерашний день 4821 с вторжение вторжения. Ну вот это, это как раз то, что Мася, потом сейчас на задание идешь, да? Ага. Это то, о чем можно сейчас говорить, да. И 21 бронированная машина, то же самое Луганская область, Донецкая область, им вот, эти, вот этих э, ненормальные контратаки, они им сейчас вылезают боком. 9123 с начала российско-фашистского нападения. Также было у Кандропуплина 17 артиллерийских систем самоходных и несамоходных за вчерашний день всего 6705. И одна единица РСЗВ, не знаю, град, не град, трудно сказать, 542 с начала российско-фашистского вторжения. Дальше, самолеты, вертолеты, новых данных нет, 315, 316, беспилотники, 5 штук за вчерашний день, Но с беспилотниками, конечно, проблема с этими шахедами сейчас, ну что, сейчас получаем новое ПВО, именно которое будет в первую очередь предназначено для борьбы с крылатыми ракетами и крас-шахедами. Так что надеюсь, что будем их гасить больше и удачнее. 5 штук беспилотников за вчерашний день, 5190 с начала российского фашистского вторжения. Также было уничтожено 38 единиц автотехники, это грузовики, вот, 38 единиц, всего 9111 с начала войны. И 3 единицы спецтехники, которую мы традиционно выбиваем, с тем, чтобы она не мешала нашему контрнаступлению. Соответственно, 959 всего. Общее, общее направление событий таково, ребята. Они бросили все, что у них было сейчас в бой. Путин приказал остановить наступление наше. Как результат, мы просто стираем сейчас вот последние боеспособные дивизии, которые у них там есть. У них еще есть миллион человек, да? Но! Они тупо не боеспособны. Они ну, представляют из себя то, что они представляют. Пузатых дядек, которых там набрали черти откуда алкоголиков. Либо же малолеток, вот этих вот срочников. Вот то, что у них есть в запасе. Вряд ли их бросят так уж. Не, а их могут бросить в мясорубку. Вряд ли они в состоянии изменить что-либо в ней. Просто в силу необученности и... Ну вот и все, собственно говоря. Так что мы стали на один день ближе до нашей перемоги. Все будет Украина.